Сегодня Москва отмечает свой день рождения – 869-й. В рамках праздника состоится более 1000 праздничных мероприятий и одних только концертов – 300. Ну что ж, отмечать будем с размахом. Власти подготовили 212 площадок. Празднование затронет весь город. Это площади, парки, пешеходные зоны. Например, тема Тверской улицы – это кинематограф. От Пушкинской площади до Маховой можно будет пройтись по 10 площадкам. И они посвящены культовым кинокартинам. Вот, например, вам комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Пожалуйста, вам Малый, Гнездяковский и Леонтьевский переулки. А сцены из других любимых фильмов разыграются по соседству. Площадки каждого можно будет узнать по арке с названием и самыми яркими кадрами той или иной картины. Весьма насыщенная музыкальная программа. В парке Музеон, например, пройдет фестиваль авангардной музыки. В Сокольниках, в программе джаз и театральные постановки все любители могут услышать импровизации. На Театральной площади вечером большой концерт звезд эстрады. В городе этой ночью шли последние приготовления. На Тверской десяток кранов и больше сотни рабочих монтировали купольные кинотеатры. Всего их там будет 5. Так весь день будут крутить советскую классику. Строили высокие купола до 12 метров. В них, в общем-то, и будут размещаться площадки. Всего их будет 10, и каждая из них будет посвящена конкретной ленте. Что происходило этой ночью в центре столицы, предлагаю посмотреть прямо сейчас.